Мы на улице Киевская, в районе Дорогомилова. Ну, как можете сделать вывод из названия улицы, что рядом метро Киевская, отчасти это так, прямо можно дойти до нее. Но здесь все-таки самая ближайшая станция метро — это Студенческая, соседняя с Киевской станции. И вот она находится в той стороне. Здесь уже за этим ограждением выходит на улицу Филевская линия метро, то есть начинается ее открытый участок, а далее располагается станция Москва-Киевская железнодорожная. Ведь станция Москва-Киевская — это не только пассажирские перроны и платформы, это еще и куча другой инфраструктуры, которая тянется более чем на километр в западном направлении, и в том числе и затрагивает вот территорию метро Студенческая. Вот эти здания также наверняка имеют отношение к железной дороге. По этому мосту нельзя перейти на ту сторону, но можно попасть на вот как раз производственную территорию железнодорожной станции Москва-Киевская. Ну, можно, кстати, да, подняться на мостик, посмотреть с него, посмотреть и на станцию метро, и на железную дорогу, и, может быть, на Киевский вокзал. Вот линия метрополитена Филевская. Что-то Филевская линия. Там вот электричка прибывает на Киевский вокзал. Также некоторые электрички отстаиваются. Так, ну что, посмотрим. Вот станция Студенческая как раз. Посмотрим, сейчас как раз поезд готовится. Вот она, линии метро. Сейчас поезд отправится в направлении Александровского сада. Ну что, вот поехал он, поезд Москва. Поехала в направлении Александровского сада. Сейчас заедет в туннель. Что, пойдем дальше, посмотрим. Здесь вот вагоны, точка отстоя пассажирских вагонов. Может быть, это запах того, чем их топят, вот распространяется по этой территории. Ее как раз вот между Кутузовским проспектом и улицы Киевской вот этот запах ощущается. А здесь он ощущается еще сильнее. Потом вот эти вагончики с помощью маневровых тепловозов подтягивают туда, к вокзалу. И они уже идут с поездами по своим маршрутам. А вот поезд поехал по Филевской линии, но уже в сторону станции Кунцевская. Вот такой вот мостик
Опять-таки там дальше вот Бережковская набережная будет, но на нее здесь не попасть. Здесь все заканчивается железнодорожной станцией. То есть он больше предназначен для работников железной дороги. Вернемся обратно на Киевскую улицу. И проследуем к станции метро. Здесь метро Студенческое, еще раз напоминаю. Киевская будет в обратную сторону. До нее еще нужно пройти.